Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с новогодними праздниками. Для них организовали концертную программу. Перед собравшимися выступили звезды Остинской эстрады. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Рука помощи». Ветеранам вручили ценные подарки. Также в акции приняли участие школьники. Им ветераны Великой Отечественной войны рассказали про свой боевой путь. Например, Исрафил Макеев, участник Сталинградской битвы, освобождения Украины, Молдавии, а также боев на территории Румынии, Венгрии и Австрии. В 2015 году президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце наградил его юбилейной медалью «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Организаторы уверяют, для подрастающего поколения рассказы и советы таких людей, как Исрафил Макеев, имеют большое значение. Встреча была очень интересная, доброжелательная. Вот тогда он позвал и дал вот эту медаль. Сам повесил, поздравил. Прошлое, оно дает урок жизненный молодому поколению. И они постоянно проводят с ними патриотическое воспитание везде, везде участвуют. У нас очень часто с ветеранами мероприятия происходят.